потеряв всякую надежду на нормальную жизнь в Европе, художник из любимого Парижа уезжает в далекую Америку. Война поглощает весь старый свет и стремится захватить весь оставшийся мир. Но художник еще не знает, что его пребывание в чужой стране в течение 8 лет сделают его поистине знаменитым, а его работы настоящими шедеврами мировой живописи. Но, сеньорас и сеньоритас, какая конкретно война побудила меня бежать из Европы?